Сегодня у нас третий день. Утро. 8 часов 20 минут. Кормление стрижа. Так, не хочешь пить, да? Конечно. Да, капелька висит вот на носу, но он пить пока не хочет. Ну, будем кушать. Сейчас я здесь поставлю, чтобы отсюда убрать. Так. Давай-ка еще. Сейчас все проглотит. Так, как это у нас камера ушла. Сюда можешь чуть-чуть. Вот так. Вот посерединке вот этой. Вот так, отлично. Глазки он закрыл. Так, а давай просыпаемся. Кушаем. Давай-ка еще. Откроем ротик. Ой, что-то на этот один. Наверное, поменьше надо давать. Смотри, жует. Жует. Так, давай-ка водички попьем. Сейчас, я сам. Я давайте его покормлю, попоим. С краешку вот так водичка. Вот так. Давай. С краешку. Давай-ка. Ну, наверное, пить хочет. Рвук так мордочку вытянул. Давай еще чуть-чуть. Если не хочешь, просто встряхнись. Хочешь? Давай последнюю капельку и кушать будем дальше. Пока все с водой. Пипетку мы в такую используем, не знаю, с какого-то набора. Раньше стеклянные были, сейчас пластмассовые, но тоже удобно. Так, сейчас мы его кормить дальше будем. Так. Попробую удобнее взять. Вот. И нужно, наверное, пальчиком будет заправлять. Ух ты, смотрите. Что же он так? Как-то ну, неудобно ему есть, похоже. Зачем так рано проснулся? Ух ты. Смотри. Не хочет ли? Или хочет, но не может. Попробуй. Что надо? Может, давай по одному? Ну, это дольше, но... Другого способа. Почему он не хочет? Может, подальше надо ему ложиться? Поглубже вроде как. Давай. Не понял, один проглотил, два положили, одну личинку съел, а остальные что-то он... Там не чувствуется зубик, у него не забит, не? Непонятно. Наверное, пониже, нет, это слишком высоко, вот здесь пониже, да, вот здесь. Так, балдею, глазки прикрывает. Они к пинцету прилипают, поэтому я их пальчиком сталкиваю с пинцета. Ой, там у него еще есть, оказывается, внутри. У него там есть, он еще не проглотил. Давай-ка мы водички дадим попить. Так, руки в так, во. Немножко
Немножко вот так вот все. Сейчас. Давай-ка попьем водички. Давай. Так, воду мы им даем прям сбоку, не на клювик, вот, чтобы в нос попало, нет. Сбоку, смотрите, вот так ему подносим. Сбоку уголка клювика. Если он чувствует ее, но просто, наверное, не хочет. Похоже, он спать опять хочет. Спит. Все, не хочет он. Давай его развернем, просто пусть он просто постоит теперь. Чем будет делать? Посмотрим, как он будет реагировать. Как он себя будет вести. Просто интересно. Когда он в домике сидел, руку начинаешь подносить, он так дергался вперед и шумел так, отпугивал. Сейчас пока он так себя не ведет, не отпугивает. Непонятно, как он сможет привыкнуть к людям, запоминает он людей или нет. Но когда он сидел в тишине, то есть в квартире тихо, и он как его собратья, когда в полете летят, они кричат, он также кричал тихо, очень тихо, но кричал. Так вот здесь перышки у него молоденькие, сейчас мы их покажу, увеличу. Как от них называют? Это даже, это, ну, как бы это перхоть его, наверное. Но у него еще здесь есть перышки. Как они, столбики, как они там называются, стержень от перьев. Вот они, трубочки, да, трубочки, вот они вот здесь. Вот смотрите, вот они. Видите, вот такие, вот они. Когда они полностью слезут, это вот похоже, тут трубочки вот новые слазили и ломались, вот такая вот как бы частица сверху, это вот от него, от трубочек. Формирование новых перьев тоже некоторое время процесс. Но сегодня он делал зарядку, крылышками махал. Поэтому он потихонечку начинает готовиться уже к полету. Так, немножечко сходить в туалетик. Ух ты, как мы сходили немножечко. Это прям уж крупненько так. Молодец, ну значит еды ему хватает. Сейчас просто хочу показать, какого цвета вот отложение. Кто-то может быть напишет, что не так или так. То есть много белого, потом зелененькое немножко и черненькое. Чтобы не повозился, потому что надо выбрать. Что-что? Чтобы не вывозился, нужно брать. Подожди. Так. То есть сегодня он так сходил в туалет хорошо, вчера два раза по чуть-чуть и такими выстрелами. Но сегодня так хорошо сходил. Ага, все уже вот как бы это пугает. Не трогай меня. Так, ну смотрите, ноготочки у него такие остренькие, как у синички. Сейчас из отцепись. Вон, ну пусть на столе посидит. Смотрите, какие у него лапочки красивые сейчас. Ну, не прячь, покажи.
Не знаю, радует ли его солнышко, но от него как всем людям приятнее, чем ночью. Ну, как бы настроение лучше этого. Почему стрижи должны жить до своего первого вылета в темноте, мне это непонятно. Ну, и, наверное, тоже. А, вот трубочки на хвосте, вот они. Вот они с этой стороны. Mm-hmm. Хорошо видно, вот они прям. То есть, вот новые перья, они вылазят. Так, сейчас не шевелите его. Он не хочет поворачиваться, да, чуть-чуть? Подождите. Mm-hmm. Чуть-чуть просто поверни его. Вот трубочки. Сейчас вот покажу. Вот они, видите? Это вот трубочки, которые дают рост перьям. То есть, сначала вылазит такой, как бы, трубочка такая вылазит, а из нее потом формируется и вылазит перо. Вот там вылазит. Вот это свежие перья. Ну, через 3 дня, через неделю, я думаю, что все перья у него вырастут, и будем ставить его на крыло. Вот сейчас крупным планом. Пытаюсь разглядеть зрачок, а зрачка у него не видно, у него полностью черный глаз. Ну, может, он не черный, может, он темно-коричневый. Но то, что он не голубого цвета, это точно. Так, сейчас, ну-ка, еще раз подак увеличим. Так, наверное, он пить хочет, да? Не хочет? Ну, в прошлый раз мы, вернее, вчера вечером немножко зарядку делали. На руке его так чуть-чуть поднимаем, потом вниз, так плавненько. И вот сейчас посмотрим, как он будет реагировать. Может, он захочет крылышками помахать. Так, испугался. Испугался и бежает сразу. Идем? Идем? Не знаю, не хочет он. Так, ну на этом все, кормежка нормальная, в туалет сходили, пока все. Так, ну посмотри на наших посетителей. Ну я не знаю, ну, на орла он не похож, но и ястреб один. Это точно, ну, по крайней мере, домашний. На этом все, до свидания.